Всем привет, посылка из Китая, с Алиэкспресс. Заказывал самые, наверное, может не самые, но вообще дешевые часы. Но они мне просто на картинке понравились, и там было много отзывов неплохих о них. Ну и решил я попробовать, чего это такое. Интересно, я первый раз вижу, они запаяны полностью в пакет. Так. Вынимаем. Ну, на вид они очень-очень приятные, конечно. Вот фейковые кнопочки. Отлично выглядят за такую цену, это вообще. И еще выбирал, чтобы не было крашеный корпус, не был. Вот, потому что краска быстро облазит. Ну а тут посмотрим хром этот, сколько он продержится. Ну, я же говорю, цена вообще там. Я ссылку оставлю, посмотрите, кому интересно. Не помню точно, сколько они стоят. Но это, в общем, дизайн, это содрали с Tissot, модель я не помню. Вот. Короче, я доволен, часами выглядят шикарно просто. Можно сказать, за копейки. Можно носить и не жалко. И они небольшие, потому что китайские часто очень бывают такие прям огромные. А эти очень такие прикольные часики. Ну все, ссылка внизу. Всем спасибо за просмотр. Пока.